большинстве своем люди подлые. И только этим отличаются от остальных животных. Человек — это единственное животное, которое совершает подлости и унижает других совсем не для того, чтобы поддержать свое существование, а от зависти. И от зависти к другим многие умудряются стать богатыми. Ты краткость ценишь, как мудрости удел, и в светском обществе твой путь красив и ярок. А мой, пришельца маленький удел, в рождении звезд от взмахов в наковальне. Сей тяжкий труд мне душу согревал, ловя сияние искр в одно мгновение. Вот так живем мы и чуть-чуть поем, чуть-чуть напишем и немного дышим. И, может быть, мы наконец поймем, живем, когда чего-то в жизни ищем.